Бубны! Саша Машков, статуя, блин, двигаемся на месте. Что, замерз, что ли? То же самое с задней стоящей ногой. У нас ближняя нога стоит на месте, она начинает вращаться и разворачивается. Во время поднятия колено бьющей ноги здесь. Здесь. Тогда вы будете менее заметны на начале движения. Сейчас то же самое, как в предыдущем задании, я работаю ближним, нога стоит на месте, я работаю сзади стоящей ногой. Лёшенька, можно бить задней ногой сейчас. Передней не бьем. То есть у нас выполняется теперь удар сзади стоящей ногой. Все удары бьем. Хилки бьем, твичаги бьем и стандартные удары уже относительно стойки своего оппонента. Партнер также стоит на месте, меняет стойки, в голове старается противопоставить моя тази. Убираем. У нас сейчас ответ будет конкретно. На сбор я начинаю собирать ногу. Это знак для того, чтобы Эрик начал уже контратакующие действия. То есть, если я ударил, поставил ногу, это поздно. На поднятие мы не бьем, это удар на опережение. Мы бьем в контратаку. То есть, это атака после моей атаки. Значит, единственное требование, помимо того, что Кевин должен выполнять контратаку в момент сбора, на каждый удар, этот удар не должен повторяться вместе с моим. То есть, если я бью долю чаги, Кевин бьет любой удар в ответ, кроме долю чаги. Моя задача тоже после удара, я выполнил удар и сразу же ушел, потому что он отвечает. Миша, руки не опускай. Руки не опускай, после каждого удара. Первый и второй номер принимает положение боевой стойки. Эллик выполняет удар под шаг в одну сторону. Миша отвечает ударом под шага, в эту очередь Эллик разворачивается и бьет уже партнера. Это делается без... Ну как вы делаете? То есть понятно, ты понял? Он бьет, ты отвечаешь, он бьет тебя, ты отвечаешь, и вот так мы работаем, пока не совершим. Приготовились? Оп, поехали. Что? Принцип понятен. Только передняя нога, только с подшагом. Эллик выполняет одиночный удар.
совсем на чуть-чуть, чтобы он не достал. То есть он бьет удар, я защитился. Я обратно возвращаюсь к нему. Опять. Я всегда ухожу ровно до слота, чтобы он меня не достал. В любой момент я выполняю контратаку двойкой. Двойка — это не повтор, это одноопорное положение. Это два удара. Двигаемся. Или бьет раз, я защитился к нему. Раз, раз, два. Пауза. Я опять отошел. Опять не работает. Раз, два. Опять. То есть я работаю, у него сбор, и стараюсь наложить именно центр. Он бьет один удар, я должен первый и быстро наложить второй удар. Драться научился, блин. Считай, родился заново. Слышишь, что? Причем тяга не как. Ну так, классно. Валера, не загружай переднюю ногу. Начальное движение. Бедро доломай туда на доле. И соулица, что вы базарите? Первая минута мы боксируем на колени. Мы боксируем на колени. Легко, аккуратно здесь постоянно работаем. Стойки меняем. Вторая минута. Не встаем, тут и начинаем бороться. Так, мы боремся только до того, допустим, вы зафиксировали партнера. Вот так. Все, раз, опять на коленях, опять начали бороться. Вот же на физу. Третье задание. Мы встаем и работаем спарринг по правилам тэквондо. То есть легко в виде пятнашек здесь. 3 минуты. Не пятнашек, мы без сейчас без минут. По правилам тэквондо в виде пятнашек аккуратненько, легко. Thank you.
Максим, в контакт работай! Здрасте, здрасте.